Спортивный клуб «Держава» подвел итоги сезона. Показательные выступления и чествование лучших спортсменов провели на стадионе 10-й школы. Подробнее расскажем в сюжете. Закрытие соревновательного сезона спортклуб «Держава» традиционно проводит на открытом воздухе. Более 100 юных гимнастов и каратистов продемонстрировали свои навыки и тренерам, и родителям. Ксения Белякова занимается карате с 4 лет. В этом году вошла в юниорскую сборную России. Регулярные тренировки дали свои результаты. Много тренироваться, быть сконцентрированным и доверять своему тренеру. Я занимаюсь уже 13 лет. Меня привлек своей оригинальностью. Он не похож на все остальные виды спорта. У нас на данный момент 10 кандидатов в мастера спорта, один мастер спорта. В этом году у нас наши ведущие спортсменки сдали экзамен на первый дан. К нам приезжал сенсей из Японии. Мы готовились долго, и наконец-таки у нас совершилось это событие. Я очень рад за них. Они же две девочки по итогам года зашли в национальную сборную России по карате. Ну и у нас много достаточно призеров всероссийских турниров. Следующий спортивный сезон Люберецкий клуб единоборств «Держава» откроет в сентябре. Богдан Колесников, Денис Угольников, телеканал ЛРТ.